Всем привет, друзья, сегодня с вами Гиблопастер 53, и мы продолжаем играть красный шарик. Ну, типа красный колобок. Мы в лесу таком мы находимся. Так, вроде бревно отсюда и видно упало. Два квадратика задавили, молодец. Так, я ел какие-то палочки такие резиновые и чипсы только что ел. Да, вкуснейшие были чипсы. Пила? Нет! Нет! Фух, это было близко. Ну, получай. Еще получай, да. Ой! Какой ой? Да. Так. Блин, еще они вообще на дерево вставляют какие-то кнопки. Обижают бедные деревья. Наверное, делают какие... Может, там какую-то вещь ставят и... Вроде бы... Надо как-то скинуть, но... Я думаю, что распилит. Вот и нас уже распилило. Может, уже... Давай-давай. Уже, давай. Скорей. Надо... Еще звездочку надо как-то... О, распилило-то как. А еще, наверное, ну я уже не помню, что я там говорил. И также сегодня в Роблоксе так же само было. Что за ниндзя? А, кстати, я уже звук давил. Ау! Ты что, ниндзя такой? Ой, а бум! Моя. Какой-то маяк. Будто он сказал маяк. Маяк тут ни при чем, маяк. Осторожно. Боже, ну может какие-то... Ну да, вы видите, что там... Может какие-то там штуковины вставляют на дерево. И так поэтому вставляют кнопки. Ну я не понимаю, но обижают бедные деревья. И это самое странное. А, я... Фух, там пилы нет. Эх. Да что ж ты такой? Сейчас вот так высоко. Еще где-то такую игру любил. Да, я был только... Это только было в третьем классе. Ну, не помню, или во втором, но не помню. Больше было в третьем классе. Смотрел «Красный Ша» даже, но... И в пятом классе год назад тоже смотрел «Красный Ша». Ай! Ты опять тут! Ты что ж ты делаешь? Ой, ладно. Ай! Убили! Осталось 3 жизни. Вот. Убивает меня. Вояк! Маяк! Вояк! А может вояк? Военный, да? Босс-молокосос. Иди сюда. Хотя тут ничего... Ах, ох, а тут хорошо, что мы пошли сюда. А то было бы не обидно. Ой, звездочку, звездочку. Что-то локация не совсем не нравится. Портится день как-то. Ну да, вот так. Ай. Тут надо. Не-не-не, непорядок. Нужно, чтобы было. Так, тут я помню. Надо было сразу. Молодец. Запрыгнул и еще. Чё? Пропустил. Опять. Ну опять вот. Опять и пару. Ну сейчас раз, да. Не-не, осторожно, куда собрался? Ой, я! Он бы мог бы не подсадить.
А вы знаете, когда мы подпрыгиваем на них, мы отпрыгиваем, и он может так подсаживать. Вот бы он эту звезду этот подсадил. Не посадил, а подсадил. Ага, вспомнил. О, вот так. Фух, не ударимся. Ну, 3 жизни, но я по-любому плохо пройду. Так, а тут вроде бы как. Надо так. Ну, молодец. Вот это я и хотел. Что нам так тоже жизнь дают? Опять ты? Это... А, вот в чем прикол. На тебе. Мне просто звук нравится. Пим-пим. Фух, а тут... Ну, по-любому будут уровни. Я же играл когда-то 3 года назад игру. Ну, я плохо помню, как тут было, но немножко. Но Басяндра я уже помню, какой тут был. О, пошло. Не-не, стоп. Звездочку надо. Эти, когда же я в стендов уже поиграю? Надо... Ага, вот тут точно надо быстро. Давай быстро. Блин, доску. А, тут очень замедленно. Боже, какой-то железный лес. Но электрикой занят. Что это такое? Да ты издеваешься, что мне одна жизнь осталась? Ты что? Чумел. Ты что, очумел? О, спасибо за то, за это. А ты злодей, но я тебе все равно не скажу, что ты молодец, но ты злодей. Поэтому тебе... А как тут? Капец, как? Ну и как я тут запрыгну тогда? О, вот. Он спрашивает, ты что, конченый? Мне-то комментарии... На 8 марта вроде бы писали. Или на 7 марта, ну не помню. Походу на 8... Фух, чуть не... Надо все собрать. Бить рекламу, походу не показывают. Видимо, реально пропали интернет. Ох, ого. А может вперед? Там еще... Боже, как я вас пройду? Ой-ой-ой! Тут... Я не буду потестировать на пилу. Ну я... Не, давайте вот так. Ага! Это я чуть-чуть... Да, уже вспомнил, как это было. Просто этого уровня он не совсем уж... Ну хорошо, что я натестировал вот эту пилу, а то бы... О, думаю, фух. О, я же говорил, что появятся такие уровни, вот. Только плохо... А что такие маленькие делают? Ти-ти-ти. Даже хорошие. Качели? Серьезно? Я не буду тестировать, потому что... Ну и ладно. Тут так. Вернее. Молодец. Хо, помощник! На тебе! Фух, ну мне же одна жизнь осталась, что делать? Ну блин, ну это непорядок. Надо... Ой-ой-ой, я тут... Допрыгнул. Фух, это было... Так. Тут я... Ладно, что помню, то и можно. Я не буду придуриваться, типа. Эх, он бы мог бы подтолкнуть, но...
открывает так медленно как-то. Это какие-то кнопки, которые никогда уже не отключишь. Верную пилу ты никогда не отключишь, только надо ее как-то взломать. Сломать какой-то, ну типа топором каким-то разрезать, ну не знаю, ну одну пилой, другую. Что ты делаешь? Тут, наверное, будут уровни. Вот так, что ты делаешь? Опасно. Кто? Ой-ой-ой. Да, я тут помню, как я... Сколько тут бесконечно, что ли? А я сейчас такой секрет... Убили. Пожалуйста. На, получи. На. На еще. Еще. Ай-яй-яй. Что где? Эх, я понял. Был такой Красныш и желейный мишка Валерка были. Они были тоже лучшими. Друзья, он говорит, слышь, Шарик? Нет, Валерка. Я не помню, как канал называется, но... Как-то называется. Ну, забыл, короче. Ой, что я натворил? И как подняться? Я понял, понял, когда он прыгать надо. Ауч! Да? Ауч, скажи, ауч. Когда он прыгает, ауч, ауч, ауч! Когда он прыгает, то можно... а звезды? Ну ладно, перезапуск сделаем. Всем привет. Тут сложно, да. Да, даже вспоминаются одни дни, когда я хотел много играть в эту игру. Сейчас сюда надо подойти. Я помню, как там Валера делал, короче. А, наверное, тут другие квадраты. Точно, точно. Надо другого. Только сложный квадрат. Ну, я по-любому проиграю в этой... Ах, опять звезды забыл. Ну что ж ты будешь делать? Ну. А еще 26 уровень. Как? До такого количества не дошел к самого главного. Ой, давай. Звездочки соберу. Видимо, не каждый колобок. Видимо, где-то игра выходила. Не помню. Наверное, где-то 2017, ну не знаю вроде бы какой год, но в каком-то вышел, ну не знаю. Даже не знаю. Ой, зря мы, наверное. А сейчас мы уже не зря сделаем. Опа, ха-ха. Вставил. Стой, 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 стой. У-у-у. Такие звуки угарные. Дела. Пипец. А лучше ты скатись туда. Декарт скатился, да? Типа про ютуберев. Дружище, зачем ты подставляешь всякие пилы? Бери ты от меня. Ой-ой-ой. Ты что? Очумел. Сидеть. Кулеш его. Дайте ему наваляем сейчас. Коль. И так надо было приходить. Блин. О, сразу так. Как под деревья прям играет только что звук. Стоп. То, что я думаю, надо так. Да прыгни. Да что ж ты. О, вот, вот этот уровень, смотрите. Да их тут душу бесконечно, кто-то из портала какого-то. Может, каким-то пистолетом их создает какой-то главарь тут, и поэтому их так бесконечно. Не, ну в этой игре все по-любому. Ну что говорить, я ж могу просто по-моему так прыгать легко. Вот. Смотрите, столько прихлопну квадратов этих. Да так посмотри, какой глюпенький квадрат. На, еще, 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 еще. Еще. Ой, же они взрываются прям. Вот так улыбается даже.
А что вы там говорите? Аж просто... Ха, что они вылезают? Я просто могу бить их так по-легкому и все, больше... Ладно, ладно, их тут бесконечно вообще будет. Я бы их каким-то бы, чем-то бы убил, но я не знаю чем. Ну и ладно. Двадцать восьмой уровень. Это когда... Это мне знаете, что напоминает? 28 январь, когда меня заблокировали YouTube. Ну, сделали так жалобу, что я взял авторские права, и поэтому... Нет, наверное, Луномосик и Русланчик все, потому что ты делаешь на нас ремиксы, а мне это не нравится, например, да? Русланчик понимает уже, о чем речь. Ай-яй-яй, вот это я уже ожидал. Ой, погоди. А я хочу без этого. Как это пройти вообще? Что-то напоминает откуда-то этот звук, но я не помню. Нет! Ой, на жизнь. Ой, боже мой. Что... Блин, на жизнь. Рамон. Ты что? Я на жизнь, а ты мне тут бьешь. Че ты бьешь? На жизнь вот. Ты не видишь, что ли? Ладно, ладно, не слепой. Сейчас бросим и мы. Хоть даже мы будем грустными. А сейчас бы с этого попробуем. Ах, почти. Может, все ж таки попробуем? А давай. Да, стой! Ох. Так бы я уже точно бы все продул. Так, капец, немножко оставалось. Ах! Давай! Давай! Блин! 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 Это у него, наверное, повернуто на обратном пути. Не, нет! Ох! Так бы все уже. Да, проигрывает, так не успевает. Я, да, даже помню, как это было вообще. На красный колобок. Таня! Ну как-то можно же допрыгнуть так. Ты утонула. Я вообще обожаю воду. О, допрыгнул. А тут-то как? Так. А, вот что. Так быстро. Я придумал. У меня есть план. О, спи, спи, спи. Давай, давай. Нет! Надо как-то допрыгнуть так. А как? У меня есть план, вот так. Да стой! Хоть ты дурак. Боже, какой ты дурак. Там же мороз. Дай. Я даже от мини-фантика взял, короче, тут дурака. Хоть его канал уже заблокировали, когда он озвучивал дурацкого русского. Тоже смотрит всякие анимации, ну не важно вообще. Удачи, это видео. Гляньте-ка, смотри, 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 смотри. Опа, ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Фух, успели. А какая вообще открылась дверь? Или просто была шутка? А, с этими квадратами... Ну, с теми квадратами это было намного... А, создают какой-то, наверное, такой квадрат один там есть, который из какого-то... О, босс, наконец! Держись подальше, футбольный мяч. Ты что, допрыгаться? Когда он прыгает и хекает. Я когда-то думал, что когда красный глаз, он должен нападать.
Ну вот эти. Ну вот он ничего-то не нападает. Когда он хекает, то надо. А сейчас его распилит или. Не-не. Ты что делаешь? Фух, чуть. Фух, не надо задевать. Ба. Эй, да балдец. Зубками клацай, да. На. Что сейчас будет? Сейчас откуда-то должен квадрат, кстати, появиться. Но я не знаю, где он должен быть. Ну, не знаю, где. Где квадрат? Вот тут безопасно. Я буду стоять где-то здесь, буду тут безопасно. Фух, почти рядом был. Это было бы ужасно. Господи, боже мой, ну зачем ты это делаешь? Ну? Чё это такие чёрные? Опа, чуть на меня не прыгнул, вот. А когда побеждать тебя вообще чел будет, вот. О, о, чё, откуда меня? А, добавилось. А, вот, уже начинается. Это добавление мне до первой жизни, наверное, достается. Блин, а где, откуда они начинают две квадрата? Он по-любому на меня свалится, хочет. Фух, пожалуйста, не описывай. Нет! Как будто он что-то рассказывает там. Били. Еще сейчас взорвется. Опять вот эти яички у него. Вот куда он добрался. Что, вот тут мы что? Да, у меня в предыдущий раз такого не было. Видите, вот мы добры. Ну, битву за луну тут будет круто. Ладно, ребят, всем пока, скоро встретимся.